сказал, когда у вас выходные, оказывается, один выходной, и то он ничего не узнал. А воскресенье у нас рынок где-то есть вообще? Есть. А где вас? Возле Миграса, да, или? Нет. Забыл я, где воскресенье. Воскресенье, доезжая Алани. Понял. Туркла. Понял. Это тоже большой базар. И, короче, у него вот один единственный выходной, он вкалывает, тут стоит с утра до вечера, каждый день, и вот спросил за море, даже некогда человеку сходить. 18 часов работаем. Кошмар, конечно. А деньги когда тратить заработанные? Когда наслаждаться деньгами? Несколько лет, а зимой, да, зимой. А зимой больше можно себе выходные позволить, да, побольше? Я не работаю, я там... А, ты зимой... А, понял, Узбекистан, да. У тебя там родственники, да? Я там живу. А, то есть ты сезонно, да? Приехал, поработал. Понял. В Узбекистане зимой тепло ж, да? Холодно. Холодно зимой? Почти как раз. Ну. И очень так холодно. Ну, я думал, ближе к Турции. Снег все есть. Снег есть, да? 3 месяца снега. Скажи, вот эти вот дыни, вот эти вот, что здесь продаются, такие вот с бороздочками, такие желто-темными эти, они похожи на узбекские? То я купил, нет, да? Узбекская вообще нет. Узбекская никакой из них не похожа. Никакая, да. Нарпус, дыня, клубника, у них клубника как везде. Мне зимой она вообще не нравилась, сейчас иногда бывает сейчас более-менее. Я лично не люблю. Зимой вообще ужас, потому я покупал, я люблю, покупал. Потому что у вас все самое вкусное. Это, русские тоже знают это. Какой это фрукты хорошие. Ну, у них только бананы, что есть, ананасы, апельсины лучше. Ананасы тоже выращивают в Турции, да? Ну, я точно не знаю. Папайю я видел, но что-то она... Когда у нее сезон, не мог понять. Я не знаю, ну, бежу, по-моему, местные. Апельсины вкусные в Турции. Апельсины, бананы – это сложно. Ну, бананы дорого стоят, у них очень дорого. Да, сейчас дорого. Вообще, и зимой даже были не совсем дешевые тоже, я бы сказал. Бананы тут что-то... А сейчас авокадо стоят так дорого, что выгоднее от нас везти сюда. Давай, Андрюха, пожалуйста. О, я тебя... Поставь. Очень спасибо, много. Нас с чаем тут поем. Сейчас так жарко. А у тебя выходные есть или тоже нет? Не, я без сахара, спасибо. Тоже выходных нет? Хазаргур. Он тоже так. Тоже сюда. Один день, да. А в море? В море купаешься? Конечно. Да, успеваешь? Пиш. Вот так вот, ребята, они легко здесь. Вот видите, человек наш, с Советского Союза, так скажем, уезжает на зиму домой. Все, у нас было сегодня 2 файла из Кистеля. Кто не видел, посмотрите их обязательно. У него всегда такие стильные футболки, такой вообще модный, тут самый модный человек. Самый модный человек вообще на рынке, мне нравится всегда, как ты выглядишь, здорово так. Моя тарз. Стильный. Точно, да, класс. Сейчас подожди, и другие кепки. Да. Я себе в июле потом тоже, возможно, шляпку прикуплю, потому что я чувствую, что летом здесь днем не выйти просто без головного убора, все время не будешь голову мочить. Ну, сейчас вам реклама, кепка. Вообще, Че Гевара прям. Класс. Сейчас другие, Че Гевара. Братан. О. Просто... Класс. Спасибо. Кепки это ж продаются, да? Короче, цены я не спрашиваю, вы придете, он вам самые лучшие цены. Кто от меня придет, скажет, самые лучшие цены им давай. Со скидками. Он не обманет, человек хороший, порядочный. Вот эти 2 наших друга. Так что приходите. Все, я пошел чай пить. Спасибо всем за просмотр. Это Кистель, у нас был 19 июня. Пока.